Доброго времени суток, уважаемые друзья, с вами Михас, и сегодня у нас опять обзор модов. И сегодня мы рассмотрим мод, который позволит нам увидеть Майнкрафт в новом стиле. И давайте посмотрим на этот новый стиль. Итак, я вот тут вот приготовил некоторые предметы, которые нам пригодятся. Как вы заметили, эти предметы все раньше, наверное, вы замечали, что они раньше были плоскими, а теперь они станут все в 3D. То есть дерево стало в 3D. Вот, саженцы тоже стали в 3D. Папоротник тоже стал в 3D. Также стали в 3D все цветы. 3D стали даже вот заборы, паутина. Вот тут еще цветы, грибы. Стиль Майнкрафта глобально изменился, потому что это придает какую-то такую реалистичность Майнкрафту. Вот паутина так вот классно выглядит. И вот заборчик. Также он, этот мод, переделывает кувшинки. Кувшинки тоже, как вы видите, стали в 3D. Так, сейчас я напишу. Напишу таймсет. Итак, продолжаем. Этот мод делает 3D также, например, Redstone. Redstone тоже, кстати, очень классно выглядит. Вот оно так вот. Такой вот кучкой стал. Это может пригодиться при съемке всяких фильмов, где нужно воссоздать реальность. Ну что ж, вот такой вот мод. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Михас. До новых встреч. Пока.